На Хайнане россиянки угрожают расправой за правильный перевод диагнозов. Яна Журавлева работает в государственном госпитале традиционной китайской медицины и возглавляет отдел по работе с русскоязычными пациентами. Женщине стали угрожать местные мошенники из-за того, что Журавлева разрушает их нелегальный бизнес. Обычно мошенники работают так. Они встречают в аэропорту туристов, приехавших на лечение, сопровождают их во время консультации в госклиниках и помогают пациентам перевести справки с китайского. Правда, переводят с выгодой для себя. Они уверяют людей, что государственный госпиталь им в лечении отказал и тут же предлагают им поехать в другое медучреждение. Вот в эту схему и вмешалась россиянка. Эта история стала известна благодаря члену общественной палаты Свердловской области, которая опубликовала ее в своем ЖЖ. Обращение с просьбой защитить россиянку он направил в МИД, прокуратуру, администрацию президента и консульство России в Гуанчжоу. Поддержку серьезно оказала сам госпиталь. То есть там дали охрану, обеспечили. Вот. Потом помогли, ну, в рамках правовой поддержки сильно помогли. Там проконтролировали, чтобы заявление было максимально оперативно подано и так далее. Вот. А потом уже все это дело на контроль дополнительно взяло консульство. Сейчас ситуация более-менее такая стабильная, нормальная.